Интимные ласки внука Михалкова с выпавшей из окна моделью попали на камеру. Попавшая в трагическую ситуацию модель Ксения Пункус не стала ни отрицать, ни подтверждать свою связь с Андреем Баковым, внуком знаменитого режиссера Никиты Михалкова. Девушка лишь отметила, что с ним интересно проводить время. Не так давно на всю Россию прогремела новость о том, что юная модель выпала из окна квартиры, где проживал Баков. Она получила немало травм и попала в больницу, где медики провели срочную операцию. Немного восстановившись, девушка решила развеять появившиеся в СМИ слухи о причастности Андрея Бакова к произошедшему. Ксения Пункус опровергла эти домыслы и отметила, что ее падение было ничем иным, как нелепой случайностью. Говоря о своих отношениях с молодым человеком, она отметила, что Андрей часто делал ей подарки. По ее словам, они отлично проводили время за совместным просмотром фильмов на иностранном языке. Однако вскоре в сети появилась фотография, на которой 20-летний парень лежит в одной постели с моделью и ее подругой. А затем в интернет просочилось и провокационное видео, которое, по всей видимости, было записано задолго до трагического происшествия, сообщает 7days.ru. На кадрах видеозаписи запечатлен момент интимной близости Ксении Пункус и Андрея Бакова. Девушка ласково обнимает внука режиссера за голову и страстно целует его в губы. После она поворачивается в сторону камеры, и лица обоих людей становятся отчетливо различимы. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Далее в программе. Пугачева появилась на публике с истощенным после болезни лицом. Стало известно о свадьбе Алексея Воробьева. Появится новый член семьи. Игорю Николаеву сообщили радостное известие. Орет и бесится. Мишустин сводит подчиненных с ума. Кравец без парика перепутали с Заворотнюк. Фото. И многое другое.